Добрый день. Сегодня получил очередную посылку с сайта AliExpress. С момента заказа прошло всего 4 дня. Посылочка уже здесь. Заказывал на Моле с доставкой из Москвы. Продавец сразу же отправил заказ. Здесь находится роликовая пилка для педикюра Polaris. До этого заказывали другие пилки с самого AliExpress из Китая. Но те пилки уже закончились, к сожалению. Но нашел на московском складе пилку Polaris со скидочкой. Сейчас она стоит чуть подороже. Доставка у меня была бесплатная, сейчас доставка платная, но все равно покупать выгодно. Берем такие пилки в подарок. Вот роликовая пилка Polaris. Сейчас скроем, проверим. Вообще многие продавцы рекомендуют снимать на видео распаковку во избежание конфликтных ситуаций. Берем в подарок. Главное, чтобы упаковочка была целая. Из Москвы всегда доставка быстрая. Документация вся на русском языке. И вроде бренд такой известный. Polaris. Открываем. И проверим работоспособность этой пилочки. Так все упаковано аккуратненько. Вообще отличная пилка. Роликовые пилки. Отличный подарок женщине. Так вот сама роликовая пилка. Адаптер питания. И запасная роликовая пилка. Сейчас проверим, заряжена она или нет. Да. Ой-ой-ой, извиняюсь. Забыл защитную крышечку снять. Работает. О, отличная пилка, мощная. Фигачит хорошо. Так, сейчас проверим адаптер питания. Так. Разматывать не будем, чтобы потом не заматывать. Так, ну все. Огонечек загорелся. Видно. Наше питание идет. Зарядка идет. Все. Пользоваться можно и при зарядке. Все. Работает еле слышно. Хорошая пилочка. Ссылочку на пилку оставлю под видео. Кому надо, заказывайте. Можете воспользоваться кэшбэком. ЭПМ кэшбэк для возврата денежных средств в размере от 7%. Или присоединиться к партнерке ЭПМ и будете возвращать себе от 8,5%, размещая свои ссылки в соцсетях, делая видеообзоры в YouTube и тому подобное. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам. Заказывайте. Не пожалеете. Отличный подарок. Всего вам доброго.